приветствую вас, друзья. Небольшой обзор. Обзор КамАЗа 65-115 2016 года выпуска. За этим КамАЗом приехал клиент из Когалыма. На прошлой неделе только снимали обзорное видео конкретно для Анатолия. Вот, видео он посмотрел, ознакомился и решил приехать за КамАЗом. Традиционно сейчас идет визуальный осмотр. Завели машину. Скорее всего, мы будем кататься еще. Может, ближе к вечеру у нас тут пробки. Ремонтируют мост. Далее будет видно. Так, скорее всего, еще поедем на рынок, авторынок. Закупиться инструментами, запчастями. Нужны еще пару покрышек. Дорогу. Ну, вообще про запас. Говорит, что у них ценники бешеные на колеса. Ну, если сравнивать с нашим. Так, данный КамАЗ 2016 года, повторюсь. С двигателем Cummins. Коробка передач ZF9. Машина по документам была тягачом. Ну и, соответственно, сам КамАЗ был тягачом. Сделали переоборудование. Сейчас будет функционировать как совок. Все закрыто. Свет слива. Камера заднего вида даже есть. Что не характерно для КамАЗа. Так, продолжаем отгрузку. Сегодня у нас завершающий день. Забираем от кузовщиков. Тут были пару моментов, что нужно было сделать. Вот когда при подъеме кабины задевал воздуха над кузов. Все это исправили. Поменяли ком, установили магнитолу. Так, были недочеты мелкие, их тоже устранили. Сейчас едем обратно на базу, загружаем запчасти, колеса, то, что нужно было приобрести, приобрели. Ну и все, будем провожать. Набор, глушитель. Bones. Все, приехали на производство обратно. Сейчас будем грузить запчасти и колеса. Анатолий, а что не остановились? Я же на заправке ждал. После разворота с правой стороны сразу было. Ладно, там по пути будет заправка. Сейчас надо проверить. Получается, наверное, две кнопки включать и максимал. Ну я. У меня такой же котел, но я одну кнопку включал. Ага. Ну они, может, подключили так и. Все работает. The juice man. Yeah. Get it.
Fuck a eighth with a O's and me bye 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 to believe.